Grazie, grazie. Короче, итальянцы вообще не знают английского, вообще никак. Не учат они его в школах. Сейчас будут нам трюм подметать. Странно, что эти товарищи без масок. Начинаю зачищать. Филиппинцы контролируют, чтобы все было заебись. Шучу, конечно, контролировать должен грузовой помощник, а это я. В общем, дальше мы идем, сейчас закончат, через час-полтора выходим на Тунис, порт Зарзис. Как ни странно, кстати, туда на приход документов не так много, что даже очень сильно удивляет. Вот. Ну, там будем грузиться солью и на Норвегию. В два порта разгрузки. Как-то так. Скоро будут новые ролики. Но опять же, связь когда появится, не знаю, ребят. В общем, так, жара. Уже здесь 25 градусов. А там будет, наверное, блин, все 30. Не знаю, кондиционер не работает в каюте вообще никак. У нас система такая, в каждой каюте кондиционер и работает только в одном месте, это в грузовом офисе. Такие вот дела. Будем привыкать опять к жаркому климату. А что делать? Все, всем пока.